сегодня на канале Стеша. Сегодня мы будем открывать гравюру. Гравюру будем делать. Гравюру. Я ее ни разу не делала, поэтому даже не знаю, что получится. Да. Сейчас точно как. У нас есть гравюра. Гравюра. О. Я не знаю, нужна это вообще? Нет. Знаешь, что тут нужно? Привет. Вот такая вот штучка есть. Ну, я читала инструкции. Привет. И где вот эти вот? Вот это беленькое надо сошкребать. Смотри, вот это беленькое. Попробуем. Там, где беленькое, Дотя, вот где капочки беленькие. Вот то надо сошкребать. Получится. Да, я хоть одну попробую и глянем, что получится. О! Получается, да? Да. Гравюра. Вот о, класс. А там она блестящая получается. Видишь, там, где именно беленькая, надо очень аккуратненько все это делать. Да, и вот эту капочку. Вот кружочек сам. Здорово. Сейчас я принесу что? Тебе салфеточку, другой кружочек. Все. Все. Вот. Так вот. Видишь, сразу видно, где ты аккуратно делала, а где нет. Все. Глазки. Давай. Ну, я скажу, что это сложновато, наверное, еще для трехлетнего ребенка. Вот, потому что у них нет усидчивости. Ну да, я попробую. Насколько оно тяжело. Ой, не тяжело, в принципе. Ну, видишь, смотри, дочь. Видишь, как? Нет, такие блестящие. Дай мне попробовать. Видишь, номер 95. Маквин. Ну вот мы из этого набора делали, в принципе, с родителями. Хорошо, смотри, София. Я здесь указываю номер 3. Здорово, номер 5, Дотечка. Теперь девяточку давай. Вот. Софийка хорошо сделала картину из песочка. Да. Вот, понравилось, очень легко удалось. Вот. Рамочки из гипса. И магниты из гипса у нас в процессе. Вот. Ну, раскраска по номерам, это действительно с 5. Да. Потому что там очень мелкие. Все. Мелкие надо детали раскрашивать. Здорово получается, София. В принципе, с гравюрой можно разобраться. Пусть не очень аккуратненько, да? Ну, нам же 3 годика всего, скажи, да? Да. Вот. Здорово. Даже мамочке понравилось. Да. Красивая. Да. Здесь красивая номер 5. Ты уже к девяточке перешла. Там девяточка, Дотя. Ну, я сейчас отдаю красивую номер 5 и все. Да. Да, а потом сами уже доделаем. Да, будем что-то не красивать. А рамочки подсохнут? Мы их оставили на 2 часа с тобой. Я сейчас закажу все скидки. И что? А, гравюра, да? Ты сильно не дери, потому что ты там уже идет, видишь, такая блестящая фольга под низом. Да, ты, это фольга. Да, ты если сильно будешь нажимать, то поцарапаешь ее, не будет красиво. Красивая, блестящая фольга. Угу.
делаю еще. Да? Ну, если нравится, то можешь делать. Если не нравится, то можешь и не делать. Да? Конечно. Я так думала, надо, чтобы рассказывать русские фольку. Да? Я постелю кашу номер 5. Да? 9. 9. Да. 95. Пятерочку ты уже сделала, уже девятку доделываешь. Молодец. Все, готово. О, готово, да. Ну, давай с ребятками попрощаемся. Каждый решит сам для себя, рано ему или в самый раз сделать эту гравюру, да? Ну, в принципе, у нас получается потихонечку. Пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. София Сан. Ой, моя умница. Все, пока-пока.